The Новости. С 1 ноября 2019 года расширены категории граждан, которые могут получить разрешение на временное проживание без квоты. Также изменения затронули категорию граждан, которые смогут получить вид на жительство, минуя стадию оформления разрешения на временное проживание. За исключением случаев выдачи вида на жительство высококвалифицированным специалистам и членам его семьи, который выдается на срок действия разрешения на работу. The Новости.